Всех на канале Дивкодоискатель. Сегодня мы с Александром. Сегодня едем на нашу хабарную распашку. Надеемся. Что-то я давно на ней крест поставил, но решили съездить еще раз. Выехали с утра, время 6:30. 24 градуса. Офигеть, с утра. Пару часов походим и все, будет дышать нечем. Так что не переключайтесь. Ждите находок и включения новой в локации. Приехали мы наконец-то на место. В очередной раз повезло. Третий раз уже за 2 месяца продисковали. Александр уже приступил. Сейчас и мы экипируемся и вперед. Не переключаемся. Ждем находок. Блин, машины шумно тут, капец. Первые сигначки, еле выцепил его среди металла. Что значит снайперка? Умничка. Так, что это у нас тут такое? О, это, по-моему, рамочник. То есть рамочник, щитовик. Сейчас слегка помою, покажу. Не буду тереть. Что-то мне стало в последнее время тереть прям вот западло. Нет, это не щитовик. Это у нас 2 копейки алюминиевая бронза. Сохран, как обычно, для этого поля не какушный. Вот эта вся чернота, накипь, она вообще въелась в тело глубоко. Начинаешь чистить и вообще... Ладно, двигаемся дальше. Первая находка есть. Еще одна находочка. Ключик. Это ключ, от, походу, от мотоцикла, наверное. Чик-чик-чик. Ну, тоже зачетная. Я такие находки беру. Двигаемся дальше. Еще одна находка. На этот раз пуля, смотрите, какая интересная. Тупая. Старинная. Двигаемся дальше. Первый четкий сигнал. Очень похоже на империю. Очень похоже на империю. Похоже, это не империя. Хотя, мне показалось, пластина какая-то. Блин. Трубка алюминиевая. Обидно. Двигаемся дальше. Вот такой зычный голосок предвещает нам монетку. Ну, где ты? Вот она. Это монеточка. И похоже, это у нас щитовичок. 10 копеек. Сейчас слегка почистим, покажу. Да, это у нас щитовик 10 копеек. Год не вижу. Ну, сохран более-менее нормальный. Для этого поля. Отлично. Вторая монета. 10 копеек. Какой год? 1930 какой-нибудь. Второй, третий, четвертый. Отлично. Что у нас там, Александр? Интересно накопал. Сейчас узнаем.
сигнальчик такой срывается. Сейчас узнаем, что это такое. Опа. Монета? Монета. Сейчас узнаем, что это такое. Да. Сейчас слегка помою и покажу. Третья монетка убитенькая. Ну, судя по всему, это 15 копеек, щитовик снова. Где-то щит я там слегка просмотрел. Да, убитая. Такое впечатление, что после пожара здесь многие монеты. Ладно, двигаемся дальше. 12. Это у нас что-то покрупнее, если это монета. Yes. Это, походу, двадцатник. Снова, что ли, щитовик? А, нет. Это рамочник. Сейчас слегка помою и покажу. Двадцать копеек рамочник. Год не вижу, но так еще более-менее для этого поля с охран. Слегка помыли, уже можно разобрать. Но год я не вижу. Не вижу. 42-й, что ли? Четвертая монета. Александр что-то сегодня не прет. Пока ни одной монеты. Двигаемся дальше. Снова у нас сигнальчик такой зычный. Сколько алюминия уже собрали. Это капец просто. Но это не алюминий явно. За машиной даже пин не слышно. Yes, 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 yes. Че, снова что ли? Снова щитовик. Снова 10 копеек. Сегодня что-то прет прям на щитовики. Сейчас слегка помою и покажу. Снова щитовик. 10 копеек. Ну что, сохран более-менее нормальный. Пятая монетка. 10 копеек. Александр что-то сегодня не прет вообще. Он как со мной поедет, так ничего не находит. Один поедет, находит. Так, двигаемся дальше. Сегодня что-то прет на эти сигналы 9-10. Снова небось щитовик какой-нибудь. Yes, 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 yes. Снова 10 копеек щитовик, что ли? Не пойму. Сейчас помою и покажу. Да, походу. Нет, это не щитовик, это рамочник. Хоть какое-то разнообразие. Интересно, какой год. Не вижу. 54-й, по-моему, что. Не 42-й. Жалко. 42-й рарик. Так. Какая? Шестая монета уже, что ли? Отлично. Двигаемся дальше. Шестнадцать, семнадцать. Кучу гильз уже выкопал. С таким сигналом. Ну, нет, это не гильза. Это у нас, походу, чего? Три копейки, наверное, что? Или что это такое? Или двадцатник? Ну, убитая в усмерть.
Да, это 3 копейки алюминиевая бронза, но в усмерть убитая. Как жалко, здесь алюминиевая бронза вообще никакая. Так, это у нас какая? 7-я монета уже, что ли? Ну, прогнозируем, после дискования перемешивается почва и поднимается снизу находочки. Единственное, что непонятно, почему Александр сегодня вообще ничего еще пока не нашел. Непруха. Так, двигаемся дальше. Сто пудов монета. Только монета может так чисто звучать. 18-19, что это такое у нас? Ну, на пятачок алюминиевый. Ну-ка. Да, походу пятак. Ну, убитый снова. Хотя получше, чем тот троечок. Сейчас чудок помою, покажу. А, ранние советы. 5 копеек, алюминиевая бронза. Ранние советы. Но снова убитенький. Получше, чем, конечно, 3 копейки, но тоже. Жалко. Но это уже 8-я монета. Неожиданно сегодня. Так. Ну, почищу, потом узнаю, какой год прикреплю фото. Идем дальше. Пошли. Да. Тут жарко. Убитый. Что, поймал что-нибудь? Нашел что? Да? Нашел что? Вообще. Нашел. Это. Даже дробь, которую пистолет старый заряжается. Это как. Нашел капсюля. Я тоже. Пару. Капсюльки вот такие. Нашел. Ну что? Ложку нашел, вилку нашел, украшение с бриллиантами нашел, блин, серебряное. Вот. Снайперка рулит, снайперка рулит вместе с эквиноксом, еще 5 штук. Все, не помню, то ли 8, то ли 9 монет. Ну, я отталкиваю монеты, а Денис притягивает. Ты с Денисом, а со мной седан. Итак, на этом все. Мы сейчас уже с Александром запарились. Дышать нечем. Вот шмурдяка. Ну, не так много, в общем. Покажи, Александр, что ты нашел там, какую бижутерию. Плуг. Бижутерия какая-то. Ну это типа картечь, а может и от мушкета пуля, хрен его знает. Кто знает, отпишитесь. Это все находки Александра. А что мы сегодня накопали? 8 монет. Ну как такое бывает, я не понимаю. 5 копеек алюминиевая бронза, 3 копейки алюминиевая бронза, 2 копейки алюминиевая бронза, 20 рамочник. Это я тебя отправил на хорошие места, а сам на плохие пошел. Да, наверное. 10 рамочек и 2 десятка щитовики. Ну, как-то так. Всем пока. Удачи и кладуху под катуху. До свидания.